Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, шаг третий у нас. Я к этому времени модифицировал этот самый намордник. Здесь, видите, наверное, проклеил мягкую тряпочку такую специальную. Шапку свою не пожалел, разрезал. А здесь укоротил все, подогнал по размеру. И теперь можно по одному щелчку застегивать. Потому что я говорю, Рекс такая собака, он мне будет сидеть и ждать, когда я ему там что-то застегну. Вот. К этому еще сделал тут колечко пришил, чтобы если нужно здесь еще одну лямочку сделать. А сейчас я с вами сделаю такой эксперимент. Я на кухне, он знает, что с кухни все идет вкусное. Все идет замечательно, поэтому сейчас его попробую обмануть. То есть я его отведу вот туда, но до этого покажу, как на кухне я выложил самую-самую вкусную его вкуснятину. Сейчас покажу. Есть такие вот печеньки, да? Ну, это как бы, я даже не знаю как, я называю это печеньками. Вот. И он от них, он вообще без ума. Ну что, нет. Что, вкусно? Вкусно, да? Вкусно. И отнесу сейчас на кухню, чтобы он видел. Теперь мы с ним отойдем. Вот сюда. Возьмем ножичек и пойдем. С этой печенькой он перевозбуждается, потому что ну, очень он меня любит. Попробуем что-нибудь не такое вкусное. Любит хлеб, не так на него реагирует, видите, как бы он спокойный. Вот
Ладно, ладно, я знаю. Сядь. Сядь. Умный, хороший песик. Угу. Красавец мой. Красавец мой. Умничка. Спите. Ну, теперь уже может более-менее долго держать. Ну, если его отвлекать там гладным, всем таким, да? Зит. Зит. Хорошо. Умный. То есть, как видите, он уже не пугается его, спокойно к нему, если можно назвать это спокойствием, относится, не, ну, относится к тому, что как бы не ощущает этого насилия, да? Вы сказали, что-то он грустный. Это не он грустный, это я грустный. Как бы мне не хочется его таким образом заставлять, но как бы требуют обстоятельства, поэтому... Я думаю, что надо просто набраться еще терпения, поводить его по улице еще, на улице провести этот эксперимент, и все будет нормально. Да?